Приветствую, дорогие друзья, с вами Кайстример, и мы продолжаем наше прохождение 20 минут до рассвета. Давайте пройдем за Лилит. Давайте вооружим ее бэтганом. Тьма 15. Погнали в храм. Храм — это, на мой взгляд, самая сложная локация для прохождения без единого выстрела. Здесь небольшая площадь, довольно много вот этих вот колонн, об которые можно споткнуться, и довольно сильные боссы. В общем, пройти здесь без единого выстрела, я думаю, что это, ну, близко к челленджу. Даже за Лилит. Вонючка. Вот еще один. Какие интересные опции он предлагает. Прям глаза разбегаются. А вот еще один клоп вонючка. Ну, с косой это понятно. С косой просто сразу досвидуся. Вот так вот. Хоба. Хоба. Сейчас чуть-чуть подправим. Тренер. Хорошая вещь. Безумие. Хорошая вещь. Жалко, только у нас одна косая. Но у нас есть эти маленькие эти черепки, души. Пульс призыва. Это хорошо. Если душ будет много, пульс призыва мощная тема будет. Корм для зверей. Так, подожди, а мне лучше, наверное, неуловимый взять. Для меня уклонение более важное, чем этот 1%. Ну, то есть на длинном горизонте, конечно, это важная штука. Даже 1%.
Яйцо дракона. Ну давайте, давайте. Но до него еще надо дожить. Неплохо, неплохо я клоуна этого замочил. При убийстве врагов Лилит призывает еще одного духа. Но я думаю, что уже и так все понятно. Больше духов. Еще больше. Еще больше духов. Кроха. Скорость. Давайте пока скорость возьмем. Она очень медленная какая-то. Как будто я что-то не взял в рунах. Прям идет так. А может потому, что эти взрываются. И мне хочется, чтобы она двигалась побыстрее. Я просто неадекватно воспринимаю ее скорость. Скорость атаки призыва. Отлично. Нам бы вот копия и друга призрачного. Но я думаю, что это еще реально найти. Ну и прорядить, конечно. Плохо. О, вот это неприятно. Хорошо, мы скорость взяли. Но этот босс более сильный, чем просто динозавр. Ну, мне так кажется. Ну именно с такой замкнутой локация. Естественно, снял таки защиту, поддонок. Блять. Чуть-чуть не хватает. Так, предмет будет выпадать, который исцеляет. Отлично. Да, мне он уже скоро понадобится. Этот предмет. Серьезно, такую шляпу предлагать? Ну ты чего? Кстати, где дракон-то? Становится прорядить. Не, ну прорядить надо брать.
наконец-то. Стихия, сила. Жалко, призыва нет. Шустрая Лилит. Давай, давай, давай. Ну где каждый 500-й убитый, там какая-то херня для исцеления. Давно пора бы уже исцелить. О, вот так вот, вот так вот, побольше, побольше черепков этих. Ёпта, блять, куда они делись все? Быстрее, больше, больше. Молодец, Лилит. Священное копье, какой отстой. Я под этими черепками не вижу вообще, что происходит. Сейчас какая-то лютая херь. Так, скорость бега. Так, а здесь? А здесь будет вот эта шляпа. Это хорошая вещь. Давайте все-таки попробуем так. Все, вроде что-то тут где-то как-то исцелилось, непонятно как. Вот, вот это вот, скорость бега. Все, отлично. Ну, наконец-то. Сердце души. Вот это правильно. Давай больше. Больше сердечек. Так, скорость бега. Неплохо, за 10 уровней 25, за 10 минут 25 уровень. Так, щит восстанавливается 1 минуту. Давайте. Исцеление. А, это преобразование было, скорее всего. Кстати, это очень важная действительно тема-то. Так, а что за клоуны? А, это монахи какие-то. Ну ничего. Моя Лилит двигается быстро. Души павших замочит всех клоунов. Так, заморозка, палящая скорость. Давайте скорость возьмем. Это на уклонение влияет. Да, ну противников тут так прилично, прилично. Сняли таки щит.
Ну отлично, хорошо, у меня уклонение нормально раскачано. А вот сердечек нет. О! Клоун какой-то. Сейчас мы с ним поговорим. Проклинать. Ну давайте проклинать. Чё же остается? Как не осыпать проклятиями противник, если мы не стреляем? Мы пацифисты, но мы проклинаем. Да падай ты уже. Попасть, клоун. Блин, попал, надо же. Первым шариком. При убийстве врага увеличивает скорость бега на 35%. Отлично. Но это, наверное, и уклонение увеличивает. На 35%. Шарики тут быстрые. Да, и здесь вот некуда бежать. То есть вот тебя зажимают и все. Ну, конечно, не могу сказать, что прям супер маленькая локация, но небольшая. Как так-то? Только щит дали, сразу забрали. Супер как-то нечестно. Связь душ. Но я думаю, что вы, ребят, теперь понимаете, что лучше по мне не бить. Иначе вы все сдохнете. Оно вам надо. Но тут именно сердце души. Не просто когда ты получаешь урон, а именно сердце души. Они у меня заканчиваются. Противников стало мало. Надо мне же много именно слабых клоунов, чтобы сердца зарабатывать. А здесь много таких чуваков крепких. Даже так. Сердечко, кстати, дали все-таки. О, клоун со своими щупальцами пришел. Посмотрим сейчас, что ты стоишь. Я думаю, ты ничего не стоишь. Просто клоун. Количество душ. Убивайте этих щупальца. Сколько он их будет ставить-то? Нифига себе ставит он их очень хорошо.
очень хорошо стоят щупальца. Их прям реально много. Они как-то это странно. А что так много щупалец? Ну, посмотри. Сейчас все в щупальцах будет. И это я потерял сердечко, блин. То есть у меня больше нет сердца души. Да блин, ну как-то застрять в щупальце, но... Да, щупальца-то падают. Падают щупальца. Блин, ну сейчас-то выгодно. Куча маленьких клоунов, должно быть куча душ. И все, куча душ, это победа вообще. Это курс смерть сразу всем щупальцам. А что ты душ нет как будто? Не, ну а как так-то? Ну а почему так мало душ-то? Они что, бездуховные какие-то? Вот, вот так вот должно было быть. Почему так сразу не произошло? Ой, ну давай, давай бить еще это. Проклятиями. Так, и это. А, это они сдохли, из-за того, что сердечко у меня отняли. Ну, понятно. Да, но напряженная концовка. Радиус подбора. О, щит есть. Нифига себе, сколько сердечек-то профукал. Да. Да, одна минута. Жестко. Продержаться одну минуту. Тут мог подумать, что за Лилит это будет так сложно сделать. Ну что, не работает-то уклонение? Точка кипения. У меня как раз две хпшки. Очень интересный вариант. Две хпшки на 20 секунд. О, сердечко, ну все. Ну давайте отнимите и все сдохнете. А, боятся отнять. Ну все, порвал.
как тузик грелку просто. Блин, вообще удивительно сложное прохождение оказалось. Даже странно. Вроде все хорошо, столько черепов. Но прошли же. Без единого выстрела. Так, у нас осталось три девчонки. Даймонд, Шана и Дэшер. Из оружия у нас ничего не осталось. Ну, в принципе, за любую девчонку, я думаю, можно пройти при определенном везении без единого выстрела через призыв. Но в храме проходить определенно сложнее. Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующих сериях. Всем пока!